Так, всем привет, привет, привет! Меня зовут Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт. О, да. И с модом Пикселмон, да. В прошлом эпизоде, как вы уже догадались, мы нашли легендарного покемошу, покемона, называйте как хотите, Мью. Да, это вообще жесть полная. Капут вообще. И жесть, да, еще раз жесть, и еще раз эпик, да. Капут, все, ставим его, нет, не ставим, ставим, сделаем, вот, лифстон, сразу превращаем нашего глума в, не знаю, как там называется, вайлем плюм, короче, иди ты нафиг, пока я скажу твое имя. Так, все, ставим его сюда, забираем Geodude, кого я там еще словил. Так, я словил вроде Geodude и словил, а, вот этого. Если так считать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 покемонов у нас уже есть. Не считая Мью, так как у меня было задание 30 обычных покемонов прокачанных к своей последней эволюции и один легендарный покемон. То бишь это считается 31 покемон. 30 обычных и один легендарный. И легендарный у нас уже есть, это Мью! Еще раз повторюсь. И еще осталось прокачать вот обычных покемонов, да. И идем качать. Да. Да, все, пошли. И сейчас уже думаю, попытаюсь в этом эпизоде прокачать уже нашего Иви. Сколько там, 216, не знаю, 220 ему нужно или еще сколько, не знаю. Короче, побежали. Искать покемонов, качать наших покемонов. А, не-не-не-не-не-не-не. Вот, я забыл, мы в прошлом эпизоде поставили себе вейпоинт в поле, чтобы продолжить искать нашего Снорлакса. Если мы найдем Снорлакса, это уже будет еще плюс один покемон. И да, побежали. Спасибо тебе, вот эти джунгли. Спасибо, что я нашел в них легендарного покемона. Еще раз, Мью! Да, вообще капут. И сейчас продолжаем играть. Ну, не играть, ну, и бегать и искать Снорлакса. Капут, ну еще раз, спасибо вам за то, что я в вас нашел легендарного покемона. Да. И да. У меня опять слов нету что-то сказать. Я еще от шока не отошел, что я легендарного покемона нашел. Да. Продолжаем бежать по полю и искать Снорлакса, так как я знаю, он спавнится в, ну, вот в таких биомах, так как я его уже много раз встречал, да. И просто бежим. Так, сколько у тебя уже? 217. Я рассчитываю, что 220 и он уже превратится. Хотя не знаю. Ну, я почему-то так и понял, что он на меня нападет. И убиваем. Да-да-да, кстати, нужно испытать нашего покемона легендарного Мью. Как он вообще в бою. Сначала просто бежим и пытаемся найти Снорлакса, да. Я пока что его не вижу. Хотя, ну, его не так уж и сложно увидеть, так как он такой большой, что вообще. Ну, просто будем вот так
здесь ходить, ходить, ходить и пытаться его найти. Да. Опять упал. Так, Иви, сколько у тебя уже этой? 219. А ну, 220. Мне просто интересно, на каком количестве ты превратишься. Или ты вообще превратишься, или нет. Ну, а ну, давай, 220. Ну, давай уже. Так, нечего долго ждать. Ну, пойдем, пойдем. Давай 220 уже. Ну... Ты будешь превращаться или нет? Я что-то не понимаю. Ну давай еще один. Ну... А, так и знал. Ну не знал, ну... Итак. Ну, Иви... И, так, это лучше надеть вот на этого, или на Geodude, нету разницы, ну, есть, ну, хотя и того покемона нам нужно будет качать, так что, ну, Иви, так, что-то ты не хочешь превращаться? Так, бежим. Бежим, бежим. Ху, это слава богу, что у нас был мастербол. Я имею в виду насчет нашего легендарного покемона Мью. Что я его вообще выбил. Вот тот мастербол с покемона босса. Так как я думаю, этого легендарного покемона, ну вообще... Очень сложно словить из обычных там покеболов и даже из ультраболов и из других любых, ну, разных видов покеболов. Так как мне кажется, это очень сложно. Так, что-то у тебя 221 уже техпоинтов, а ты не эволюционируешь. Не знаю, на каком 230, 240... Ты меня уже запутал, короче. Не знаю, ты вообще эволюционируешь? Так, ладно. И. Да. Не находим мы Снорлакса. Да, и это круто, 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 что у меня был... Мастербол, что я выбил с покемона. Как я говорю, да ты, а ну Мью, иди, покажи, что ты умеешь. Я, если честно, не знаю, какие скиллы ты вообще, ну нормально. Нормально так бьет, почти на пол хп. Да, много бы прокачали всяких там уровней разным покемонам. И бежим дальше. Да. Да, еще раз скажу, это круто, что у меня был мастер... А, вот, во-во-во-во-во-во. Я даже не заметил. Duskball, нормально. И это круто, что у меня был мастербол, что я его выбил, так как я говорю... словить легендарного покемона с обычными видами как бы
покеболов. Это очень сложно. Я не знаю, сколько их там нужно потратить, чтобы его словить. Но это повезло, что у меня был... Ну, мастербол, да. Ни хрена себе с одного удара. И это очень даже таки классно, что я его решил таскать с собой. Ну, когда я в мастербол, так как я вам говорил давно уже, что лучше я буду мастербол брать с собой. Ну, кто его знает, вдруг что-то нам попадется, какой-то там покемон, а у нас или вообще не будет каких-то там покеболов, или будут, но как бы их нужно будет использовать много раз, чтобы словить вот того покемона, которого мы бы могли встретить, или вообще мы используем вот-вот-вот все покеболы, и то его даже не словим, так как он редкий, легендарный покемон. Ну, я говорю, что если бы я там встретил какого-то там покемона, у меня не было бы мастербола. Что бы я сделал? Может, это такие покемон, вот, как бы мы встретили, например, Мью, и у меня бы не было мастербола. Я не знаю, может, я бы там даже использовал все мои ультраболы, которые у меня есть там. Если бы у меня там было 30 штук, или 40 штук, или 50 штук, то бы, я не знаю, повезло бы нам словить легендарного покемона, если бы мы его встретили или нет. Ну, так получается. Ну, думаю, вы поняли, что я имею в виду, да? А так, считайте, я сказал, что я буду носить с собой мастербол, потому что вдруг, еще раз скажу, кто его знает, что-то может нам попасться по пути, какой покемон. Если нам не получится словить его с обычными мастерболами, с обычными покеболами, ультраболами, или у нас их не будет просто, или будет пару штук, и я их использую, но не получится мне их словить, словить того покемона, или, например, у меня будет много штук, но и так я их всех использую, но и так не получится мне словить того покемона, или еще что-то. Вы представьте, если бы я, например, нашел Мью, и у меня не было бы покеболов. Что бы я делал? И потом я бы, да, сбегал бы по быстрячку домой, сделал бы, пока я сделал бы себе, ну, покеболы, пока вернулся на то место, где я нашел того покемона, так он бы уже убежал куда-то. Я его просто-напросто бы прозевал и больше не нашел бы того покемона. Ну, может, потом, если бы повезло, еще бы нашел. Ну, факт в том, что он бы мог убежать, например. А так, считайте, мастер Бол нашел какого-то там покемона, очень-очень-очень-очень редкого, или которого ты не можешь словить, или вот того же самого легендарного покемона, для которого мастер Болы и как бы желательно хранить. И просто накинул на него мастер Бол, словил его, и ты имеешь легендарного покемона, да. Я вообще не знаю, этот Иви эволюционировал эту физического покемона, или я не прав, не знаю. Так. А, можно, да. Можно вот так сделать. А ну, секундочку. Так, продолжаем. Я немножко там остановил. Сейчас продолжил. И нападаем мы на Гипно, чтобы прокачать наших покемонов. А ну, не убьешь, не убьешь, не убьешь, не убьешь. Нет, не убил. Это классно, конечно же. Вызываем Ю. А ну, используем этот скилл, не знаю. Не-не-не, что-то он вообще ничего не сносит. А ну, этот нормально сносит. А ну, этот тоже нормально. Ну, не знаю, такой нормальный покемон и сильный, и не знаю. И давай убиваем его. Да. Как всегда, выиграли много-много-много опыта для разных наших покемонов. И да, продолжаем. Да, все. Вызываем опять Иви.
229. На 230, не знаю. Честно, я не знаю, я думал сначала на 220, потом еще посмотрим. Да, что-то Снорлакса не видно вообще. Как всегда, закон подлости, да? Когда не нужно этого громадилу, видно почти всегда, что он там стоит. А сейчас, когда он нам нужен, его вообще сейчас не можно найти. А, кстати, да, я не заметил, что он у нас был... простите, Nidoran Female, уже Nidorina. Я как-то и не увидел, что он уже прокачал один уровень. 229. Так, ладно. Идем дальше. Да. Капут. Мы даже Снорлакса не найдем. Ну, сейчас я его очень хочу найти. Ну, в смысле, чтобы он был в моей коллекции. Можно еще попытаться потом найти Бульбасавра, Сквиртла. Да, нету Снорлакса. Или может сейчас ночь? Хотя, да, можно так сделать. Вот, что я нажал. А хотя да. Ну, и так, это нужно удалить. Поставить новый. Домой. Так, глючишь ты, конечно. Спим. Телепорт и обратно. А я вот там Райчу вижу. Вот. Но он нам не нужен. У нас он уже есть. А во-во-во-во-во, нормальный там покемон. 231, капут. Для прокачки. Вот. Спиров, или как он называется. Да. Ну, то я вообще-то и сам хотел на тебя напасть. Другим покемоном, чтобы ты его не убил. Жиоду. И Мью. И давай убиваем. О, один удар. Во, нормально. Сейчас... Вот так, и идем дальше. Идем, идем, идем. Пытаемся найти Снорлакса. Так, я честно не знаю, когда этот наш Иви прокачается. Если нет, тогда я... Просто-напросто его прокачаю в любую вторую форму покемона. Посмотрим. Так. О, Пикачу. А ну, не босс случайно, нет? Так, не мешай мне. Так, бежим дальше. Ищем. Так, да, не очень такой урон. А вот сейчас нормально. Так, Иви, ну, ну ты уже заколебал, честно. 232. Когда ты уже прокачаешься? И бежим, 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 бежим. Ищем Снорлакса. Если не найдем, ну, попытаемся найти его в следующем эпизоде.
О, во-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 во, я там вроде... Да, вот, Снорлакс. Как раз сказал, и вот он появился. Нормально. А ну, во-во, кстати, вот так попробую. Heavy Ball. Просто в него кинуть. Я чё, просто так использовал Мастер Болл, и он куда-то испарился? Во капут, ты издеваешься. Ладно. Ну давай. Да он даже на него не накинулся. Я так понял, его усыпить нужно или еще что-то. Я помню, я его вот так ловил, даже не вступал в бой, просто накинул на него Heavy Ball, и он словился. А сейчас... А ну иди, Мью, покажи ему, кто ты такой. Он ему даже вообще... Чё это за хрень? Ни хрена себе этот Снорлак сильный, он спит или еще что-то, почему я его не могу атаковать или... Во-во-во, даже урон не наносится ему, во. Да. Так понимаю, он спит или еще, потому что когда он спит, его нельзя словить, или еще что-то, и честное слово, я даже не знаю. Ну вот, я ему снес немножко урона. И вот как-то долго думает, бить его, не бить, или еще что-то. Поэтому, наверное, у него скилл есть какой-то там, что он спит, его нельзя бить. Но он вроде не спит, потому что он у меня со мной в бою, и он меня бьет. И вот даже не начинает его. А, вот, начал. Как бы ловить. Да, классно, когда я уже использовал Heavy Ball, тогда ты его начинаешь ловить. Отлично. На него даже вообще никакие скиллы не действуют. Во, смотрите, пум. Даже урон не наносится. Чё-то забагнутый покемон. Я понимаю, когда он спит, на его нельзя словить, его нельзя там атаковать или еще что-то, но он не спит, он меня бьет. Что за хрень? Я ему вроде немножко урона там снес, вот, чуть-чуть. И да, покемон, конечно, это странный какой-то. Я думал, я его так просто-напросто словлю, как я его всегда ловил. Да, короче, этот покемон какой-то странный, я не знаю. Честное слово, я когда его, помню, один раз ловил, я просто к нему подбежал. Кинул на него обычный вот тот Heavy Ball, который у меня был, две штуки вот сейчас. Я кинул на него, он даже долго не думал, просто так. Ожидание, типа waiting, пум, и все, вы словили Снорлакса. А сейчас? Вообще как-то странно, честно. Он даже не пытается словиться. Ну сейчас чуть-чуть. Да, короче, хрень какая-то полная. Иди ты нафиг. Пытаемся убежать. Да, если мы сейчас еще не убежим, сколько времени нужно будет потратить, чтобы что-то сделать. Кстати, я от него даже выиграл. А, во, убежали. Иди ты нахрен. А ну, кинем. Я же там... А, вот мастер. Ультрабу. Вот так я в него кинул вот тот мой Heavy Ball, и он просто так вот словился. А сейчас... Ну, еще один.
Это я, наверное, тупость какую-то делаю, потому что он точно не словится. Ну ладно. Так, все, телепортируемся домой. Иди ты нафиг, Снорлакс. Да. Зря я это сделал вообще. Только и потратил ультраболы и остальные покеболы. Ну ладно. Теперь буду знать, что его вообще лучше как-то не ловить. Он даже Мью убил с двух ударов. А я ему вообще урона как-то не ношу. Ладно, я знаю, когда он спит, ему урон нельзя наносить или еще что-то. Но он же мне урон наносит, а я ему, когда использую скиллы, просто урон на него даже не действует. А скиллы как бы действуют, что ты на него используешь скиллы, но урон на него не идет. А он тебе сносит. Бред какой-то полный, честно. Так, ладно, думаю, на этом уже можно заканчивать. Что мы сделали? Немножко покачали покемонов вроде и все. Ну да. Так, сколько, если мы прокачаем Джилдуда, прокачаем нашу Иви и прокачаем Нидорина, это уже у нас будет где-то 200. О, какие нафиг 200, я вообще не про то. Будет где-то 17-18 покемонов прокачанных. Я так думаю, уж за одну серию ловить где-то по одного-двух покемона. И будет нормально, да. Вот, например, я потом словлю Манки. Ну, это его вторая эволюция, так что... Ну, хотя можно будет вот прокачаться на нем. Иви. Нидорина. И пусть будет Шаризард. И да, прокачали немножко. Желдут, Нидорина уже немножко прокачаны. Ну да, все, думаю, на этом можно заканчивать. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.